Всем привет, дорогие друзья! У нас такие новости. В общем, вчера ездил в Бахчисарай. А зачем? Давайте начну с самого начала. Ну, во-первых, позвонил мне мой товарищ и сказал, что его друг купил гараж, в котором полно кораллов. И тот не знает, что с ними делать. Ну и я обратился еще одному товарищу, который уже не первый раз меня поддерживает. И, в общем, занял денег. Попросил еще одного товарища для того, чтобы поехать в Бахчисарай, потом в Симферополь и забрать кораллы. Представляете, это просто кусок кораллового рифа. Вон какие вообще оленьи рога. Вот какой кустяра здоровый. Но все это надо реставрировать. Он, видите, в такой вот вате грязной. А тут кораллов очень много. Там, например, мозговичок, давайте вам покажу, да? И будет экспозиция посреди зала, да, кусок кораллового рифа. Ну их же ж надо отбелить, а где? Пришлось купить вот такую вот ванночку. Конечно, туда оно все полностью не помещается, но что-то буду думать, потому что больше размером не нашел. Ну а сейчас буду отряхивать это все от грязи, пылесосить, а потом замачивать в белизне. Купил два ящика белизны. Вот. Буду все это заливать.